сейчас пришёшь домой, да? Туда вот. Ну что, все готовы? Все готовы. Вот. Машенька, готова? Подожди. Во-первых, я хочу поздравить Алина, пускай с прошедшим, но с днем рождения, тем не менее. Потому что все равно рядышком 10-го ему исполнилось, не знаю, сколько лет, не знаю. Не знаю, но поздравляю, тем не менее, желаю всего самого-самого. Самое главное, радует нас и дальше своими замечательными песнями. Меня уже сегодня в милиции поздравили. Ну, что поделаешь? Надо будем спить. Кем ты показался-то? Да нет, им деньги были, и песни не нужны. Понятно. Сказала, я отработаю. Все банально, да? Говорят, коньяк дорогой покупаем. Ладно, пусть пьют за ваше здоровье, что делать. Они что же тоже любят правильно. Ну ладно, ребята, давайте. Значит, перед нами выступает Алин Казбеков. Как без этого, если я в первый раз вообще вижу человека? Юля, говори, пожалуйста. Я вас наблюдаю уже года, наверное, 4. Будет цвета. Я начну с песенки, которую я раньше начинал все свои концерты лет, может, 10 назад. Это песня одна из первых, 93-го года. Старенькая, мне было 18 лет тогда. Но она кайфовая. Дальше. Наши щеки сырны от улыбок, наши души печальны под маской. Мы живем под напором дней, но в ночь переводим дыхание. Наши мысли царапают мозг, крепкий чай обжигает нам горло. Ищут опору, но как их засунуть в себя? Наши плечи полны пессимизма, нашим челюстям хочется петь. Все мы долго еще и не жили, но и нервы наши не к черту. Мы поем невеселые песни, может, в этом наша проблема. Может, в этом наше призвание, может, в этом миссия наша. Мы видим, как идут поэты, но видного дождя поля. И все, что мы можем тут сделать, это только занять их место. Но так, что будет, то